Следующее видео тоже ответы на вопросы о длинных пробойниках. Иногда приходится использовать в основном там коротенькие пробойнички. Вот это для работы, как говорится, в стандартных классических местах. Вот я наделал пару таких длинных. Почему? Потому что иногда приходится изнутри делать отверстия, залазить и выбивать уже почти в наглую. Это гитинакс. Вот я его немножечко закруглил, немножко подзаполировал. И вот такими пробойниками я пользовался для того, чтобы выбивать уже в наглую. Сейчас я длину скажу и диаметр. Значит, по длине получается 27 и 23, а диаметр у них 13 миллиметров. Вот, вроде бы мелочь, а иногда она выручает из каких-то ситуаций. Вот, и они довольно крепкие, упертые, естественно. Гитинакс есть гитинакс, довольно прочный. Так что вот такая мелочь, она может пригодиться и где-то выручить в какой-то ситуации. Вот такие вот пробойнички. Можно, конечно, разной длины наделать, но это уже как бы ваши фантазии, и тут не ограничено ничем. Все, всем удачи!